Здравствуйте! Осень бывает теплой, затяжной, и розы продолжают долго-долго цвести. Вообще роза может цвести до морозов. У розы нет ярко выраженного периода покоя. Если мы привыкли вот к растениям, которые более характерны для нашей средней полосы, что у них, если уж опали листья, то наступает период покоя. Но эта культура все-таки южная, хотя мы и пытаемся приучить ее расти в нашей средней полосе, но культура все же южная, и генетику никто не изменит. Розу нужно готовить к зимовке, ну, как бы можно сказать, насильно. Нам, конечно, очень хочется, чтобы роза цвела и цвела, и чтобы после того, как ударили морозы, тогда бы роза и отцветала. Но этого делать нельзя. Нужно готовить розу к зиме, ну, примерно начиная с середины сентября. А для чего это нужно? У розы, если посмотреть, есть так называемые одревесневшие побеги, где хорошая кора. А есть побеги очень молодые, ну вот, например, на это и видно, вот они гибкие, коры практически нет. Вот этот побег не перезимует. И нам нельзя сейчас давать розе шансов, чтобы она выбросила новые побеги. Роза выбрасывает новые побеги для того, чтобы на них сформировался бутон и для того, чтобы на них сформировался плод. Поэтому, если мы все лето обрезали отцветшие цветки розы для того, чтобы стимулировать ее на цветение, то сейчас мы дожидаемся, когда роза отцветет, и побеги уже не обрезаем. Нам нужно, чтобы началось формирование плода, началось завязывание семян. Когда формируется плод, роза как бы получает сигнал, что да, миссия выполнена, семена завязались, теперь нужно только, чтобы они вызрели. То есть род будет продолжен, потомство заложено. И поэтому она уже больше не будет выбрасывать новых побегов, она не будет выбрасывать новых бутонов. Роза цвести не будет. Вот именно где-то с середины сентября нужно вот таким образом заставить розу не цвести. То есть мы тормозим цветение розы. И тогда у нас силы розы будут отданы не для того, чтобы сформировать цветок, а для того, чтобы начать подготовку к зиме. Постепенно сахара из листьев будут уходить в кору, а питательные вещества будут накапливаться в коре, и все это даст возможность розе лучше перезимовать. И сейчас начинаем постепенно обрывать листья с розы. Нельзя давать возможности розе уйти в зиму с листьями. Иногда бывает, что так вот морозы резко ударят, листья как бы, ну, замерзнут, засохнут, но продолжают оставаться на цветке. И многие укрывают прямо вот так с этими листьями. Укрывать розу нужно в полностью в безлистном состоянии, потому что вот эти листья и будут питательным веществом для плесеней, который и погубит наш цветок. Ведь зачастую розы у нас зимой не вымерзают, а выпревают. Когда мы очень сильно укутываем розу, то в период оттепели, а зимой они бывают, температура становится выше нуля, сразу же оживляются возбудители всяких плесеней, и вот на этих листьях они начинают размножаться и начинают портить розу. Так что мы делаем сейчас? Мы обрезаем больные листья. Они уже свой век отжили, свою функцию они выполнили. Сразу видно, что они желтые, они уже не работают, розе они не нужны. Но вот таким образом, обрезая эти листья, мы будем также готовить розу к зимовке. Не заставляйте розу цвести до заморозков. Вообще роза, она и первые заморозки переживет, и бывает очень красиво видеть фотографии, когда роза припорошена снегом, либо роза в инее. Красиво, но для розы это плохо. Поэтому, чтобы вы на следующий год наслаждались цветением этих прекрасных садовых цветов, сейчас готовьте ее к зиме. И сейчас еще можно дать розе подкормку, ну, где-то до конца октября.
фосфорно-калийными удобрениями. Ни в коем случае не азотными. Под действием азота опять-таки начнется рост молодых побегов, которые тоже не перезимуют, а силы у растений будут отобраны. Корневая система многих многолетних растений, в том числе и у розы, бурно развивается именно осенью, когда прекращается рост надземной части, начинается рост корней. И если вы чувствуете, что роза ваша, ну, какая-то не получила того развития, то сейчас можно немного полить ее корневином и дать фосфорно-калийные удобрения для того, чтобы корневая система лучше разрослась. Но в этом случае вы уже осенью приствольный круг должны будете обязательно накрыть. Вот такие работы по подготовке розы к зиме нужно сейчас проводить. И обязательно нужно следить за тем, чтобы на розе не было никаких гусениц, не было никаких вредителей, чтобы они на цветке не отложили яйца, чтобы зимующие экземпляры не ушли куда-то в трещинки, чтобы на будущий год ваша роза была здоровенькая, чистенькая и радовала нас все лето своим прекрасным цветением. Но у меня на сегодня все. Если будут вопросы, задавайте нам, пишите там, и мы с удовольствием ответим на ваш вопрос.